Расскажите о свастике, почему у Будды он нарисован на груди, как Гитлер распознал об этом. Ну, не будьте дикими. Свастика — это символ, который называется символ Гам. И свастика обозначает солнце или солнечные лучи. И вот таким образом свастика изображается как элемент солнца. Почему на груди? Это, смотрите, есть мантра такая, она называется савитур. В индуизме савитур переводится как солнце. Вот есть мантра «Ом Бурбава Свахата Цавитур Варыньям Баргудаваси Дамахи Дюна Прачодаят». Там есть разная транслитерация перевода, но есть духовная транслитерация. Она звучит так. Что происходит, когда человек любит? В его душе расцветает солнце. И это выглядит приблизительно так. Пусть солнце моей душе согревает тех людей, которые находятся рядом со мной. Пусть солнце, пусть любовь моей душе будет как солнце, и пусть лучи этого солнца согревают тех людей, которые находятся рядом со мной. И пусть это солнце сжигает всех врагов, которые находятся вокруг меня. Таким образом, элемент солнца, элемент вот такой свастики обозначает одновременно защиту от зла и проявление доброты. Чье? Ну, если у Будды, значит Будды на проявление доброты. А если вы видите свастику, а я вижу солнце, вы видите свастику, а я вижу любовь. Почему именно так? Ну, потому что это так вот закрутилось, эта энергия. Помните теорию Пуанкаре, которую доказал Григорий Перельман, да? Она заключается в том, что три любые гомеостатические, да, точки пространства, они в итоге становятся сферой. Точно так же и здесь. Получается, как бы мы ни смотрели на движущуюся в пространстве гомеостатическую фигуру, она становится сферой. Поэтому изображение свастики — это прямое изображение закона Пуанкаре. Понятно? Вы видите свастику, а я вижу доказанную теорию Григория Перельмана.